Части речи в английском языке. Морфология изучает грамматические свойства слов. Слова относятся к различным частям речи в зависимости от следующих признаков. Первое. Семантического, обобщенное значение предмета, действия или состояния признака и так далее. Грамматического, морфологические категории слов. Синтаксического, роль в предложении, словообразовательного, наличие характерных префиксов или суффиксов. По этим признакам все части речи делятся на: первое, знаменательные самостоятельные части речи, имя существительное noun, имя прилагательное adjective, глагол verb, наречие adverb, имя числительное numeral, местоимение pronoun, служебные части речи, предлог preposition, союз conjunction, служебные слова, вспомогательные глаголы auxiliary verbs, артикли, articles, междометия, interjection. Знаменательные части речи обозначают предметы, их свойства, действия, процессы, состояние и так далее. Имеют определенные грамматические категории: род, число, падеж. Являются членами предложения. Имеют характерные суффиксы и префиксы, кроме местоимений. Служебные части речи отображают отношения между членами предложения или предложениями. Не имеют морфологических категорий, не являются членами предложений, не изменяются. Служебные слова служат для образования сложных глагольных форм, служат признаками существительного. Междометия служат для выражения чувств, не имеют морфологических категорий, не являются членами предложений, не изменяются.